Но это, возможно, последний прокос уже в этом году. Надеемся. Если не будет теплый октябрь, тогда это будет последний прокос. А бывало, помнишь, мы его в октябре еще косили? Да. Ну, плюс-минус. Сёма, ты что, она тебя не снимает? Ай, ты жулик. Жулик. Ты куда-то собрался? На игрушечку мне? Давай мне игрушечку сюда, быстренько. Ну-ка, дай сюда. Ай, я вот так вот. Смотрите, я вот наступил. Смотрите. Хоп, я его вытаскиваю. Смотрите, я вот так кидаю. Хоп, летит. Ой, поймал. Видали, как он поймал? Видали, как он ловит? Ай, жулик. Вот, смотрите, все, поймал. Молодец. Игрушечку, лапку на игрушку. Это Семкина игрушка. Молодец. Молодец. Мама там косит травку. А папа Семкой играться решил. Ах ты жулик. И папа жулик, и Сема жулик, да? Что у тебя на глазке? Ну-ка, подожди-ка. Ой, сегодня такая комфортная погода. Для собаки, конечно, для собаки. Это ему не жарко. Но, друзья, мы вчера вообще, вот я повторяю, угадали вчера с погодой. Это вообще так угадали. А вот сегодня поесть, вот сегодня ветер и сегодня прохладно. Я смотрю на градусики, только 11 градусов. Вчера было 18. А посмотрите, какие Анютины глазки. Это те Анютины глазки, которые мы вот отсюда или еще откуда там, просто сюда их так вот посадили и думали, будь что будет. А вот посмотрите, они по новой вот вырастают. Вот видите, это самосеянцы. Вон их сколько, вон. Посмотрите, сколько их. И маргаритки здесь все вот тоже, вот смотрите, вот маргаритки попадаются. Кстати, они вон тоже, вон кругом маргаритки. Вон там проглядываются. Ну вот Анютины глазки, посмотрите, какие красивые. Разных цветов, разных. Ну здесь попадается еще и такая травка. И вон красивая, возле смородины, смотрите, какая. Наташа, посмотри, какие Анютины глазки. Какая красота. Но они не боятся мороза. Вот такие вот у нас. Вот просто сюда вот кинули. Вы, кто нас смотрит постоянно, вы, наверное, помните, вот здесь вот еще. Вот просто прикопали. Вот в этом месте, еще где-то там под яблоней, под кап. Да, ничего не поливали. И просто так вот. Ну, дождей, Наташ, хватало в этом году. Дождей хватало в этом году. Ну, это самосеянцы, Наташ. Это самосеянцы. Вон, посмотри, сколько их там. У нас они уже давным-давно. Мы как-то один год купили эти Анютины глазки. И они начали скидывать эти семена и рассеиваться по всему участку. Кругом. Вот тут ветер гоняет их, гоняет. То в одном месте, то там где-то, то там. В общем, по всему участку у нас сами самосеянцы. Вот эти вот именно Анютины глазки. И в основном такие вот меленькие, вот такие вот в основном. Ну, средний размер всякие. И причем, друзья, разных цветов, разных. Анютины глазки, повторяю. Маргаритки у нас, конечно, тоже кругом. Ну, сейчас уже прохладно, они уже не так. Да, это мы выкопали, я сказал, да, это мы выкопали. Вот такие вот у нас. Ну, не чудеса, но просто так получается. А иногда вот захочешь посадить что-то, ну, не хочет расти и все. А это само по себе. О, эти уже укроп, все. Семян много, да? Вот, пройдусь, покажу вам, какие. Это сегодня 11 сентября. Даже такой запах стоит жухлый такой, знаете, ботвы. Вот бывало картошку, помните, копаешь картошку, как ботва пахнет. Вот это прям молодость, детство, молодость.
вспоминается. Мы не садим уже, да. Ой, сколько лет мы не садим. Уже, наверное, лет 20, наверное, картошку не садим. Или, наверное, 25. Ну, это ты, да, это там 3 картошины там садил. Это не считается. Я имею в виду вообще огороды целые. Целыми полями, огородами. Так не мы даже и там на Тервете жили, мы там бросили. Ой, как бросили, Наташ. Наверное, если лет 30 уже не садим картошку. Ну, серьезно, друзья, не садим. Во-первых, она стоила копейки. Привозили картошку с Белоруссии, с Украины, с России. Ну, вот в основном с этих стран. Копеечная, друзья, я повторюсь. Сейчас вот мы будем показывать на видео вам, какая картошка. И показываем иногда. И в Риге вот мы были тоже повторяю. Картошка в среднем 80 евро. 80 евро на рынке, на базаре, центральном рынке города Риги. Хорошая картошка такая вот, с кулак такая. Вся по евро. Ну, кое-где по 80, но там видно сразу уже совсем другой сорт. Вот такие вот дела. Видите, все. Когда-то мы только начинали садить, сейчас все убираем. Колеса освобождаем, урожай, можно сказать, закончился. Ну, может, еще на неделю нам хватит там остаточных таких. В парнике, да, в парнике-то, да, 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 да. А я сейчас открою. А, ты там собрала все? А ты огурцы тоже вырвала там? Ну, я и хотел. Да, тут я пройду. А, ну, а ты говоришь. Вот, смотри. Да, вот какие огурчики красивые. Парнике-то, ой, я захожу, такая теплынь. Посмотрите, сколько огурцов. Повторяю, друзья, сегодня 11 сентября 2022 года. Вот сколько еще огурцов. Вот эти у нас 3 огурца. Вот один здесь посажен, и там 2 посажено. Вот кормят нас все лето. Ну, я не считаю там этих колес и с грядки. Там их тоже море, но здесь их все просто усыпано, посмотрите. Все огурчиками. Но здесь тепло, здесь мороз не проходит пока, дай бог. Ну, заморозки, не мороз, господи, какой-то мороз, это заморозки. Вот даже сюда, куда пришел, посмотрите, уже прям, во, 2 руки, и я могу до двери достать. А так 5 метров длина, друзья, 5 метров у нас от этой стены, вот где окошко, и до дверей. Ширина 3 метра, я ровно делал, 3 на 5, 15 квадратных метров. Вполне достаточно у нас. Вполне нам с Натальей. Ну и мы, и мама, естественно. Но мы-то когда это все делали, мы не рассчитывали, что будет мама у нас жить. Как-то, ну, не было, так, понимаете, такая ситуация жизненная получилась. Не было у нас в планах такого. И вот пошла у нас такая перестройка. Пришлось мне второй дом, домик делать, утеплять, все делать, как жилой. Ну, это так. Дополнение чисто, что кто нас вновь подписался, не, может быть, не знают, почему у нас 2 домика. У нас 2 домика, мы сначала один домик купили, а через 3 или 4 года, вот не плюс-минус где-то, не помню, нам предложила вот соседка, вот именно вот наша соседка непосредственная, купить у нее этот домик. Мы купили. Но это было... Так, в 2003 мы первый домик купили, где-то в 2007, 2008, 2009 второй домик купили. И просто совместно сделали ограждение, забор, и все. Теперь у нас общая земля получается 12 соток. Вот она здесь целую кучу. Подожди, Наташ, стой, стой. Смотрите, она от огурцов ботву сюда кинула, с этих... Как они называются? С колес. Вот они, огурчик попался. И все перерубает вот этим вот косилкой. А потом эту же мульчу наверх туда, чтобы трава не росла, и все отлично. Вон какая черная земля, видите? Чернозем, чернозем. О,
что-то попалось. И ничего. Просто чернозем, друзья, смотрите. Ну а это вот у нас земляника. Ну, насколько я помню, нам в комментариях подсказывали ананасовый сорт, что ли. Но она очень душистая, поэтому вот у нее, скорее всего, она и есть. Вот посмотрите, даже зацветать начинает. Посмотрите. Вот видите, это земляника. Наташа срезала тут одно время полностью подчистую, и она опять проросла. Видела, Наташа, земляника цветет? Ну да, да, и клубника вон там на этих мавзолеях тоже. Но клубника там не очень, там сорт... Да, 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 да. Вот потихонечку все убираем. Надо горошек поесть. Да, сочный. А я вам скажу, друзья, сочный и сладкий. Вон петрушка. Вот здесь горох был, она вырвала. А петрушка какая душистая. Я говорю, друзья, ел горох там. Штучки три, наверное. Я Наташе говорю, я забираю горох. Домой понесу. Посмотрите. Смородину так мы и не собрали. Потому что мы решили с Наташей в этом году ничего не варить. Ничего не заготавливать, я имею в виду, из ягод. Потому что у нас полное хранилище, там несколько полок этого варенья. Ну, нет смысла. До сих пор еще смородину спокойно можно есть. Здесь они так, знаете, немножко под листьями, так, кустами. Тень. На солнце-то все уже высохло давно. Они уже такие дряблые ягоды. А вот туда, подальше, вот туда, в гущу эту, посмотрите, сколько смородины. Спокойно можно еще есть. Да, такой очень интересный вкус. Она уже тут отвиселась сколько. Так я думаю. Она уже больше месяца вот так вот висит. Кого месяца? Ну, месяца полтора-два. Спелая. Да. Как я говорю, просто вкуснятина. А в начале, когда она начинала только темнеть, нам же не терпится ее. Ой, надо попробовать, она потемнела. Ага. Начинаешь есть, она кислая еще, понимаете? Она вроде цвет поменяла, но потемнела. А начинаешь, говорю, есть кислятина. А вот это вся сладкая, вся. Ой. Удорвался. Семка, чего ты там? Зовет меня, говорит, хватит тебе здесь. Хватит тебе здесь. Иди, говорит, ко мне. Мне, говорит, скучно. Я вообще-то, друзья, работал. Работал за компьютером. Ну, сами понимаете, почему я сижу за компьютером. А иначе ничего мы не увидите вот этого, правильно? Друзья, ну, жизнь есть жизнь. Пойду я. У меня сейчас там ждет работа.